Огромный астероид промчится сегодня максимально близко к Земле. Его размер, по оценкам ученых, вдвое больше, чем знаменитого челябинского метеорита. Тем временем НАСА задействовала тестовые системы оповещения о приближении астероидов. Сообщения спровоцировали панику у жителей США. Однако специалисты говорят, что опасаться нечего. Чутки почались еще некоторые годы тому, когда орбита тела была не до конца еще установлена. Теперь мы докладно ведаем, что это великий астероид пройдет, ну, около 40 тысяч километров от Земли. Это время близко по астрономических мерках, але совсем не страшно для нас. Несмотря на сравнительно небольшое расстояние до Земли, увидеть астероид можно будет только с помощью мощного телескопа.